Всем здорова, с вами Гидр 94, и сегодня у нас реакция на трейлер, тизер-трейлер фильма «Джокер». Джокер, это, напомню, что это основной злодей, противник Бэтмена. Тут ему будет посвящен целый фильм. Играет его Хоакин Феникс, не уже не Джаред Лето, не Хит Леджер, это будет совершенно новая киновселенная, то есть этот Джокер входить в ту киновселенную DC не будет. То есть он будет сам по себе. Что из этого получится, не знаю. Давайте смотреть по трейлеру, оценивать. 16+. Вам легче, когда есть с кем поговорить. Артур. Моя мама всегда говорила мне: улыбнись и сделай счастливое лицо. Говорила, мое предназначение... People extend you to don't. Приносить радость и счастье в этот мир. Это тут какой-то уличный шут. Оу. Это еще, видимо, промеж ног врезали, раз он там держится. Или весь мир сходит с ума. Архам Стейт Хоспитал. Сумасшедший какой-то в лифте. Что смешного? Урод! Ну что-то вот тут... Он мало смеется. Обычно ржет постоянно, Джокер. Готэм сбился с пути. Какой трус мог сделать что-то настолько хладнокровное? Тот, который скрывается за маской. Ну, какая-то вот эта вот зеленая прическа такая вот... Афро, ну как-то оно вообще не идет ему. Что моя жизнь трагедия. Образ Джокера. Но сейчас понял, что это комедия. Ну, вот такой вот уже более-менее, как... Напоминает, типа, образы Хит Леджера из «Темного рыцаря», ну. Какой-то, типа, более злой такой. И тут как бы будет его фильм становление, то есть... То есть к этому образу он, скорее всего, придет только ближе к концу фильма, где-то так вот получается. Ну, даже не знаю, получится ли у него или нет. Ну, потому что пока что Хит Леджера в плане Джокера не переплюнули еще. Ну, это, наверное, будет как-то вот, наверное, на втором месте после Хит Леджера. Ну, идти или нет, я не знаю пока. Потому что пока это только тизер. То есть, что он тут будет делать, просто посходить постепенно с ума и в итоге сделает какие-нибудь там плохие действия, и все. Станет то в Джокера в конце. Какие-то еще персонажи там будут известны или нет? Неизвестно. Ладно, если понравилось, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если хочешь посмотреть видео, по группе ВКонтакте, подписывайтесь на УТА-видео, где я посмотрел этот трейлер. И до следующего видео.